Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, в регионе Бодрум. Будем инспектировать отель La Blanche Resort and Spa. Ресепшн. Есть такой панорамный пятачок, можно выйти, видеть всю территорию. Как получится. Здесь можно перекусить. Это бар возле бассейна. Привет. По мостикам переходим с вами. Идем на ресепшн. Вот здесь он ресепшн находится. Территория не зеленая, пальмы есть, но тени от них никакой практически нету. Люблю такие полы. Идешь, а он там стеклянный и видишь, что происходит снизу. Вид с террасы на порт, на море. Идем смотреть стандартный тип номера. This is standard room? This is standard room, yes. 1313, самый счастливый номер. Оп. Ковролин. Ванная комната. Фен. Все как обычно, 1200 ватт. Второго зеркала нету. Ванна. Душ, две отдельные кровати, здесь тоже все в ковролине, тахта, плазменный телевизор, большое зеркало напротив кровати. В холодильнике у нас два сока, два напитка и две воды. Балкон маленький, вот здесь балкон с видом на остров Кос, вот он слева находится, сейчас не видно в дымке. На море, на порт. Вот интересно, видите, идете ковролин, потом такая вставка, такой, как будто бы ты, не знаю даже, как это объяснить. 1328, family. Первая комната, здесь старый плазменный телевизор, центральный кондиционер, две раскладные тахты. Прошу, Ольга, как у вас комната? Ванная комната здесь одна. Комнаты разделяются дверями, фен такой же 1200 ватт, простенький, набор косметики, ванная комната, ванна, душ, вот она дверь, которая закрывает эту комнату, ковролин, две отдельные кровати, здесь уже стоит плазменный телевизор, в холодильнике стандартный набор. Центральный кондиционер, балкон маленький, вид на море, территорию, бассейн, слышите, играет музыка, эти номера будут более шумными, так как здесь проходит анимационная программа. Сходим сейчас с вами на пляж, посмотрим, что здесь. Смотрите, это у нас бильярд, бар. Бассейн красивый. Леня нас завел в кусты. Пляж в бухте закрытый, здесь волн не бывает. Видите, вход песок. И в воде тоже песок, но есть крупные камни. Вот они. А вот там за яхтами Родос, остров Кос находится.
хорошую погоду, видно домики. Сейчас мы на пирсе с вами находимся. Здесь красивые закаты. Солнце заходит прямо в море. Есть пирсы, есть такие вот домики. Шезлонгов много. И с другой стороны тоже песчаный пляж находится. Все. Это весь отель. Друзья, если вам был полезен данный материал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что бы вы хотели добавить, что бы удалить, что вам еще требуется. С вами был Лосинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.